Малая радзіма, горад, мястэчка, невялікая вёсачка. Для чалавека, які там нарадзіўся, гэта самае любімае месца на зямлі. Добрый вечер, Гомель. Традыцыйна кожную сераду у праграме мы згадваем мілыя сэрцу мясціны. Ну а дзе ж ваша малая радзіма? Якія пачуцці ўзнікаюць пры ўспамінах пра яе? Нам вельмі цікава пазнаёміцца з вашымі думкамі. Таму запрашаем да абмеркавання ў вайберы падчас прамога эфіру. Нумар вы бачыце на экране. Свае разважанні можна выказаць і асабіста з дапамогай тэлефона. Нумар 34-22-43. Тэлефануйце, калі ласка. Госця нашай сённяшняй праграмы вам добра вядомая. Гэта фалькларыст Алена Кастрыца. Алена, вітаю вас. Добры вечар. Добры вечар, Алена. Добры вечар, гледачы. Таким чином Алена Кастрыца скончила з адзнакай філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны і аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, намеснік дэкана філалагічнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Алена, а дзе ваша малая радзіма? Што вы можаце распавесці пра яе? Ну, моя малая радзіма – гэта ўсё ж такі горад Гомель. І, напэўна, гэта тое месца, да якога я буду заўсёды такія самыя шчырыя пачуцці адчуваць. Калі так у прыватнасці, то я сваёй малой радзімай лічу Валатаву, таму што там менавіта прайшлі мае дзіцячыя гады. І, напэўна, самыя такія светлыя, цёплыя ўспаміны ідуць менавіта адтуль. Пра гэты раён. Добра. А дарэчы, калі вы ўпершыню зацікавіліся вось паходжаннем гэтай назвы, чаму гэты мікрараён рэшце рэшт называецца Валатава? Чаму вёска Старая Валатава? Ну, я скажу, што хутчэй за ўсё гэта было ў школе. Чаму? Таму што недзе там на уроках беларускай мовы вы калі пачалі гаварыць там Волат, 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 у мяне нешта там у галаве Волат, Валатава, Валатоўка. І менавіта у той час мне стала цікава, адкуль такая назва. Я, канешне, паглядзела, спытала і зразумела, што на самой справе, паколькі такі вядомы этнограф, як Еўдакім Раманаў, згадваў паданні менавіта пра Волатаў у дачыненні да гэтых мясцін Гомельшчыны, то, напэўна, ўсё ж такі Валатава звязана сапраўды з этымалагічна з паняццем Волат. А хто-небудзь пытаўся са студэнтаў? Алена Александровна, я жыву ў мікрараёне Валатава, чаму яна так называецца? Цікавяцца ўвогуле, вы студэнты, школьнікі, вы ж сустракаецеся і з малымі, так, навучэнцамі. Цікавяцца паходжаннямі назваў? Ну, безумоўна. Я хачу сказаць, што цікавяцца па-рознаму, ўвогуле цікавяцца словамі. Напрыклад, алімпіяднікі, якія займаюцца беларускай мовай, ўжо можна сказаць амаль прафесійна, ім увогуле цікава, што, адкуль, як, там, чым кожнае слова адзываецца. А студэнтам, акрамя назваў вось гарадоў, вёсак, цікавы яшчэ іх прозвішчы. І менавіта, калі там, мы гаворым пра этымалагічнасць беларускай мовы, пра тое, што за кожным словам стаіць гісторыя, стаяць лёсы, то, безумоўна, ну, кожны з іх пачынае дзяліцца нейкай сваёй такой жыццёвай гісторыяй і адразу так утульна ў аўдыторыі становіцца. Ну, а пра паходжанне вашага прозвішча цікавіліся? Кастрычнік, кастрыца, кастрыца ляціць, калі лён труць, так? Да, ну так на самой справе так. Мы, калі згадваем назвы беларускіх месяцаў і адкуль яны па паходжанні, то калі ідзе назва кастрычнік, я заўсёды гавару, а вось тут маё прозвішча. Вось тут пачынаецца мая гісторыя. Гісторыя маёй фамілії, так? Вось, Алена, ну вы ж у дзяцінстве не можа быць, каб не ездзілі да бабулі, дзядулі, у вёсачку. Якую вёсачку наведвалі?
Ну, по сутнасці, я наведвала дзве вёскі. І вёску, дзе жы, скажам так, адкуль мой бацька родам, і вёску, дзе моя матуля нарадзілася. Мой бацька родам з вёскі Клінск, гэта Калінкавіцкі район, і, безумоўна, так само, вось, ну, я, ну, мы, напэўна, усе родам з дзяцінства, і, па сутнасці, вот, калі гаворым пра тое, дзе яна малая радзіма, мне заўсёды падаецца там, дзе мы навучыліся лепшаму, там, дзе мы атрымалі свае першыя ўрокі жыцця, напэўна, маралі. Вось, калі я буду гаварыць пра вёсачку Клінск, то, канешне, я буду гаварыць пра сям'ю свайго таты. І я хачу сказаць, што я туды, калі прыязджала, мне заўсёды было, ведаеце, так цікава назіраць за сваёй бабуляй, за сваім дзядулем. Чаму? Таму што людзі столькі год пражылі там побач, і пры гэтым такая цеплыня, такая шчырасць. І мне падаецца, што яны гэта перадалі ўсім сваім дзецям, па сутнасці. І другое, што мне заўсёды ў гэтым раёне так вось здзіўляла, гэта прыгажосць жанчын. Дзе б ні былі, на гародзе, у полі, хадзілі па горадзе, яны заўсёды прыгожыя. І калі я туды ўжо вярталася праз пэўны перыяд часу, як, скажам так, даследчык у фальклорнай экспедыцыі, то я ўсё роўна заўважыла, што жанчыны Калінкавіцкага раёна, яны, ну, занадта прыгожыя. Ну, вось тут кажуць, што беларускі самыя прыгожыя, так, жанчыны з Польшы, дзяўчыны прыгожыя. А Лена ўдакладняе, калі беларускі, то з Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Вось. А другая моя вёсачка, адтуль, адкуль моя матуля, гэта, канешне, вёска Новы Степаноў. І па сутнасці... А гэта які раён Новы Степаноў? Гэта Брагінскі раён, і там таксама вельмі такая... ну, я яе гэтую вёску памятаю вельмі-вельмі блага, таму што была там толькі невялікі, ну, зусім маленькая гэта вёска выселеная, на вялікі жаль, і мая бабуля, па сутнасці, яна жывая да гэтага часу, да яе там Бог здароўя. Да, і яна ўсё роўна заўсёды ўсыгадвае менавіта гэтую вёску. Ну, і, напэўна, некія такія рэчы, як любоў да традыцыйнай культуры, яны ўсё ж такі адтуль. Таму што некалі тады у далёкім-далёкім дзяцінстве бабуля расказвала там казку. Там, ладна, там пра пеўніка і лісічку, это ўсё цудоўна. А калі такая казка з налётам містыкі, там месячка свеціць, жывы з мёртвай едзе, дзеўка, дзявіца, баішся ці не, о, то да, амаль Гарры Потэр. Ось, гэта сапраўдныя казкі. Ведаеце, нам нашы гледачы шмат выказванняў прысылаюць і тэлефануюць, і вось пішуць у Вайбер. І аднойчы было такое выказванне: «Малая радзіма там, дзе цябе любяць, дзе любілі». І вось гэтыя словы я, пэўна, магу сказаць і пра вас, таму што вы з такой цеплынёй, з такой любоўю да сям'і, да сваіх продкаў адзываецеся. Пэўна, і вы вось першыя урокі любові атрымалі менавіта там. Ну, я думаю, што, напэўна, гэта так, таму што па сутнасці, ну, што тут гаварыць, дзяцей заўсёды ўсе любяць, а бабулі з дзядулямі тым больш, а яшчэ дзяцінства, нават самае маленькае, гэта сяброўства. Таму, безумоўна, вот тут я абсалютна пагаджуся, што малая радзіма это там, дзе цябе любяць, там, дзе цябе чакаюць, там, куды, ну, табе можна заўсёды прыйсці, там парадавацца. Напэўна, дзе гісторыя твайго рода. Сапраўды, гэта так. Перш чым я задам вам пытанне, менавіта пра гісторыю вашага роду, што вы ведаеце, можа, пра нейкія цікавыя падзеі з жыцця вашых продкаў вы раскажаце. Я папрашу вас, ведаю, што вы падрыхтавалі пытанне для нашых гледачоў. У кожнай праграме мы гэта робім. Угу. Калі ласка, ваш час у камеру. Звяртайцеся да гледачоў і ваша пытанне. Шаноўныя гледачы, пытанне номер адзін. Іншым часам горад Гомель, альбо не, нават Гомельшчыну называюць Іванградам беларускай літаратуры. Іншым часам зямлёй трох Іванаў. Чаму?
Ну, ви, шановні глядачі, ви отримали питання до Лени Кастриці. Відомо, ми чекаємо ваших відказів. 34-22-43 номер нашого телефона. Телефонуйте у студію, і чоловік, який першим правильно відкаже на це питання, отримає у подарунок запрошення на 2 персони у музей історії міста Гомеля. Калі ласка, телефонуйте 34-22-43. Алена, ну, а тепер час доведаться, что ж обудило вашу цікавость до истории вашей семьи, тих мястин откуль, ну, скажем, ваши матуля и тата. Ну, цікавость, напевно, это все ж таки то, что мы так зараз называем артефактами. Вот зараз передо мной я специально взяла вот эта книга, это на самой справе книга, якая засталася от далеких-далеких продков. И, напевно, вот когда глядишь на такие речи, ну, кроме такого придыхания, ничего не возникает, поскольку я еще филолог, а это значит, что я люблю слово, я люблю книгу, то, безумовно, напевно, гэта і у нейкай ступені стала тим шторшком, які, ось, ну, які примусіў не, ну, примусіў, ну, напевно, пропанаваў, да, займацца культурай, займацца, напевно, нейкай гісторыяй. І ведаеце, ось з таких, напевно, рэчаў складаецца ўсё тое, што мы завем сваёй краінай, сваім жыццём. Ну, гэта сямейная кніга. Гэта сямейная кніга. Што гэта за кніга? Якое стагоддзе, скажам? Ну, значит, гэтая книга, гэта ўвогуле псалтыр. И вот, когда открываешь гэтые сторонки, то бачишь гэтые цудоўные литеры. Трымайте, трымайте. Трымайте цудоўные литеры. Так. Да. Вот. И, напэўна, когда я упершыню взяла у руки гэтую книгу, и мне бабуля рассказала, что гэтая книга засталася ёй ад яе бацькі. И я стала пытаць, а бацька? Бацька был довольно адукаваны человек, и в принципе менавіта батька читал псалтыр. Пасля бабуля пераняла от яго гэта умение читать, и уже калі яе батька дайшоў, бабуля так само читала псалтыр. Акрамя там любові до гэтых, ну, скажем так, цудоўных сторонок, мне еще зацікавіўся один такий надпис. Я не ведаю, конечно, на кольки он будет бачны, но тем не меньше, вот тут на... У версии. Да, так? И у версии, и у середине, и у низе. Бачу, есть, бачу. Да, есть надписи. Сверху тут написано: «Старый Степанов, сгорев в середу переплавную, новый Степанов, сгорев на второй день», после переплавной середы 43-го года. То есть, по сутности, по таких книгах можно нават меркаваць про то, як склалася гісторыя гэтай вёскі. И на самой справе я пасля стала цікавіцца, думаю, ці так гэта, ці не так гэта. Стала расшукваць розныя дадзеныя і знайшла, што вёскі Новы Степанов і Стары Степанов... Сапраўды яны гарэлі. І з іх спалілі менавіта у той час, які згаданы в книге. Я полезла, поглядела, коли был... Это уже архивы, пэўна, да, як да. Ну, малайчына. Ну, на самой справе, вось, я спочатку поглядела, что переплавная середа, як ён пишет, была у 43-м годе у мае месяцы. 43-й год якого стагоддзя? Ну, гэта калі вялікая айчынная вайна, да, гэта фашысты выпалілі гэтую вёску, і па сутнасці на самой справе там загінула, там адразу загінула 43 чалавекі, іх спалілі з 230. І, напэўна, чаму я згадала менавіта гэтую такую гісторыю, таму што мая бабуля пасля, ну, гэта так ужо сямейная такая гісторыя, пасля стала расказваць, што яна была сведкай такой падзеі, як сагнали частку жыхароў и пачалі их паліць, іншых пачалі страляць, и маці, чию дачку забрали паліць, у яе на руках яшчэ было двое дзяцей, и у яе на вачах палілі дачку, аднак яна павінна была прыкрываць сваіх дзяцей і маўчаць, інакш іх таксама б спалілі. І вось гэтыя такія моманты шчымлівыя, гэта, напэўна, ну, той, што трэба ведаць. Дзякую, Аленачка. Мы працягнем размову. У нас ёсць тэлефанаванне. Добрый вечар. Добрый вечар. Мы вас вітаем. Мы вас вітаем. Давайте знаёміцца.
Скажите, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Алена. Ой, три Алены. Вельми приемно, Алена. Скажите, вы гомельчанка, ци из района нам телефонуете? С Гомеля. Вы с Гомеля. Пэвна, вы хочете отказать на пытание, кое задавала Алена Кастрыца, правда? Так, так. Чаму Гомельщину литературную называют «Радимой трох Иванов» або «Иван городом» белорусской литературы? Ну, дык чаму ж, Аленочка? Потому что с Гомельщиной именно это родом. Мне вельми вас дрэнна чуваць, я толькі па... Вы здагадваецеся, я зразумела, я буду грамчэй. Таму што на Гомельшчыне нарадзіліся Шамякін, Іван Шамякін, Іван Меліш, наверное, Іван Навыменка, так маецца на ўвазе. Ну, вы абсалютна правыя. Можа, вы памятаеце, з якіх раёнаў яны? А можа, і вёскі ведаеце? Ну... Ведаю, конечно, Шамякин с Кармы Добровского района, Амелиш с вёски, ой, Хойнинский район. Глинище, Глинище. И Иван Навуменко, Решетский район, Василевич. Ой, Аленочка, ну... Так... А Иван Мелес Глинишев все вспомнил. Так, такой, такий докладный отказ, ну вы малайчина. И, вядома, это запрошение на две персоны, яно ваше. Дякую велики вам за ваши веды и за ваше жадание удельничать в программе. Алена, мы не покинем глядачоу без другого пытания, угу. Але крышечку поздней. Усё ж таки, вот эта история семьи меня вельми зацікавіла, а якія яшчэ, ну, можа, факты з лёсу роду вы ведаеце? Ну, абсалютна, вось такія розныя рэчы. Мне, напрыклад, было цікава таксама, калі там бабуля гэта, маміна бабуля, яна расказвала пра тое, як яе, ну, калі яна была малая, што яе рана памерла маці, як працаваў бацька. Ну, напэўна, таксама гэта калі пра род матулі. Калі пра род таты, то, напэўна, вось тут мне больш цікавіць, напэўна, вось як можна быць настолькі інтэлігентнымі людзьмі. Вось гэтыя урокі маралі, якія яны падаравалі сваім дзецям, якія, у прынцыпе, у мяне бацька даволі інтэлігентны чалавек. І ён расказваў такую гісторыю, гаварыць, што яго тата ніколі дзяцей, а іх у сям'і было, дарэчы, ну, скажам так, шмат. У іх у сям'і было 7 дзяцей. Ён ні аднаго са свайго дзіцяці не пакрыўдзіў, руку на яго ніколі не ўзняў. І я ось зараз гляжу, што, напэўна, мой бацька пайшоў у свайго бацьку, таму што калі мы былі малымі, то на нас ён таксама ніколі руку не падымаў. Мне от стала цікава. Я говорю, ну як же ён вас выхоўваў? Ну як можна вот... Прычым у вёсцы, праўда, у тыя гады. З такой колькасцю дзяцей, да. Ён сказаў, што ён садзіў перад сабой і чытаў маралі. 2 гадзіны. Пасля мараляў у 2 гадзіны уже не хацелася шкоднічаць. Ні дзецям шкоднічаць, ні бацьку гаварыць нешта благое, да. Так? Мы не раз гаварылі пра тое, што малая радзіма – гэта выдатны натхняльнік. Мастакі прысвячаюць ёй палотны, карціны. Літаратары пішуць вершы, раманы, аповесці, літаратурныя творы, а які ўзаемаабмен наладжаны ў філолага, навукоўца з малой радзімай. Ну, па сутнасці, мне, напэўна, так пашчасціла, што я займаюся ўсё ж такі традыцыйнай культурай беларусаў, прычым менавіта духоўнай спадчынай беларусаў, фальклор, міфалогія. І, безумоўна, ўсё тое, што я даследую ўжо, можна сказаць, прафесійна, гэта, ну, неад'емная частка малой радзімы. Вось, па сутнасці, я ў прыватнасці займаюся прыкметамі і павер'ямі. І гэта дае... Гэта то, што заўжды цікавіць кожнага. Да, прычым, што мне асабіста цікава, ведаючы розныя там прыкметы, павер'і, я нават студэнтам гавару. Я ўсё ведаю, я нават ведаю, як яны складваліся. Ну, тым не менш, я сама не пазбаўлена некаторай такой прымхлівасці. Мне калі будуць там пераходзіць дарогу з пустым вядром, я буду крычаць за 3 метры. Стойце, стойце, дайце перайсці. Хаця на чорную котку я рэхаю спакойна.
Леночка, ну добра, тады такое пытание. Вось у нас весенняя пора, и мы уже идем у лета. Магчыма, вы сгадаете какие-нибудь прикметы, связанные с тем, ну, какой будет весна, что нас чакае, каким будет лето? Ну, конечно, я сгадаю. Безумовно, по сутности, весна – это той час, коли человек господара, мы говорим про белорусскую культуру, про белорусов, белорусы, яны завжды господары, рыхтуется до закладки ураджаю. Тому некоторым господыням на заувагу, у допомогу. Ну, коли... как же высевают эти насенье высевают, да. Так, на рассаду, да. Может, кто-нибудь уже и у теплицах там. Ну, так вот, говорит так, коли сеешь рассаду, зерни кидаешь на рассаду, нельзя зерни из одной руки у другую перекладывать, а то неведомо, что вырастет. Только коли взял правую, значит, и клади ее у землю, это зернятки. Абсолютно так? Докладно. А еще, например, коли сеешь знову-таки капусту на рассаду, то ее нельзя садить у четвер и у авторок. У авторок, потому что гнисти будет, а у четвера нельзя, потому что черви съедят. Зато и цудовно можно у пятницу. А у Вога, я говорю, лепш у субботу перед добровешением, потому что у эту пару мать боская сажала капусту, значит, у всем остатним можно. Вось. На конт того, что еще нас чакая, ну вот литерально праз два дни у нас такое свято, как 40 альбо 40. Ну, по гэтым святі назирали за надворьем. Кажуть, коли вол воды напьется с-под крыши, ну, будем глядеть, у нас не вол, но тем не меньше, значит, уже весна будет теплая. А еще, знову-таки, так, ну, традиционная культура ж повинна служить народу, значит, ось говорят, что менавіта на 40 треба достать со склепа, с погреба корзину бульбы, так. И она повинна постоять, а на наступный день ее снова в этот склеп закинуть. Тогда будет по 40 бульбин с калива. Так, усе на летище, усе у вёску, у склепы. Достаем корзину бульбы, выставляем целый день. Повинна постоять, а на завтра сховать. Так. Да. Так, ну все, тогда с бульбой будем у наступном годе обовязково. Хоть и в этом годе был недренный урожай. Алена, скажите, коли ласка, а кому особисто вы удячны за то, что ваша цікавасць, вот, да предметы поверья, да и просто да моўных скарбов одной чи узникла и больше не зникла? Ну, я сказала, что по сутности недзе там... Продки, да. Ну, еще я хочу сказать великий дякую человеку, аматору традиционной народной культуры, просто цудовному выкладчику Валентине Станиславне Новак. Коли пришла в университет на первом курсе, у нас читали такие цудовный предмет, как фольклористика. И, безумовно, ее натхнение, ее любовь до этой справы, она не могла так... по поветре не передаться, и до этого часу, скажем так, я этим занимаюсь, и до этого часу она является амаль таким духовным наставником в галине фольклора и мифологии. Ну, коли пригадать всех тех студентов, ну и просто глядачов, потому что Валентина Станиславовна не раз была у этой нашей студии, то можно уявить, какая армия затекавленных фольклористикой людей живе у Гомельской области, да и не только. Потому что ее студенты, певно, разъехались по разных кутках Беларуси, правда? Это на самой справе так. И я, покольки мы побач працуем, то я могу сказать, что до Валентины Станиславны вельми часто приходят, звертаются, консультуются. Она таки вельми активный человек. Дякую. Алена, ну, час явно не сприяє захаванню многих вусных традиций, так? Шмат з того, что зберегла неколи наша земля белорусская, людская память, забывается. Але вось фольклористы, навуковцы, филологи, это как раз те люди, которые отправляются у экспедицию, каб доведаться и нечто занотовать, записать, а потом
выдать и рассказать людям про тое, какие скарбы молные заховывая наша сторонка. Часто выезжаете у экспедиции? Вот теперь уже, в этот час? Я хочу сказать, что ездим мы, ну, со студентами мы выезжаем один раз на год. У нас есть такое понятие, как фольклорная практика. И безумовно, я за все буду говорить, что фольклорная практика – это маленькое житё. Это, ну, это маленькое житё и для студентов, и для выкладчиков. Это маленькое житё с пункту гледжання того, что люди налаживают некие там стосунки помеж собой. И безумовно, это те уроки життя, которые им дают вот те люди, с которыми они разговаривают. Там же за каждым человеком стоит некая своя история. Рассказываючи, например, про родинные хрестьбинные обрады, они вспоминают своих детей. И нам одной чи бабуля рассказала, что у ее загинули там два сына. Тем не меньше. У ее, ну, и она не стала там жорсткой, она не стала обыяковой. И когда мы отходили, и она нам, скажем так, кричит: девочки, идите сюда, я вам кветочки дам. И подаровала нам эти кветочки. Напевно, когда там рассказывают про похованные обрады, да, мы как фольклористы их фиксуем. Однако там так само такое, ведаете, относины до смерти совсем иные, абсолютно мудрые. И они говорят про то, что смерть-то добрую заслужить треба. И так само начинаешь разуметь. Студенты учатся размаўлять, когда они задают питання, а это значит, они учатся быть по сутности людьми. И когда глядишь там на руки той же бабули, ось у нас звичайно як, ой, и там не так, все благо, и життё не такое, не додали, не доели, не допили. А когда там бабуля начинает рассказывать, ніде про войну, ніде про то, там, як она с мужем жила, какие у ее дети. Іншим, ну, по-іншому глядишь на это життё, и ты разумеешь, что ну, треба працавать, треба, напевно, імкнуться. Розные истории, они робят свою справу и, по сутности, вот по выниках фольклорных экспедиций, дякуючи нашим студентам, выдаются вот такие книги. И для каждого района Гомельщины вот ну, такая скарбница, напевно, есть, это то, что рассказывали их люди. Дякую, Леночка. Вот есть цитата. Зачитываю. Памятаем наши филфаковские экспедиции. Як цікаво было. Усё помнится. Кожный денёчок, кожная вёсочка и кожная бабуля. Пиша Катярина. И еще хочу одно поведомление зачитать. Даша прислала: «Моя малая родима – это город Буда-Кошелёва. Это очень красный городок». Почему красный? Непонятно. Классный. Ну, классный, наверное, да. Пишет Даша. Дякую великий вам, шановные глядачи, пишите, обовязково прочитаем все ваши высказывания, обовязково. Шановные сябры, сёння про свою малую родиму и про все то, что с ее связано, разважая Алена Кастрыца, фольклорист. И у нас для вас есть другое пытание. Алена его подрихтовала. Коли ласка, Алена. Вядома, что на Гомельщине есть святы, обрады, звычаи, якія унесены у пералік историко-культурных каштоўностей Республики Беларусь. Назовите ты из них, какие связаны с весной. У якости подказки таких свята два. Шановные глядачи, 34-22-43, телефонуйте, коли ласка, ваши варианты отказу. А у подарунок запрошение, знову-таки, на две персоны у музей истории города Гомеля. Коли ласка, 34-22-43. Погодитесь, Алена, вельми приемно, коли такой серьезной темой, важной для каждого из нас, кажут, что мы разумеем важность этой темы уже, коли становимся больше сталыми, так? Але вельми добро, коли эту тему подтримливает молодь. И сегодня я представляю финалистов конкурса «Мисс и мистер Гомельская область 2019» Александр Романьков и Валерия Шилянкова. Добрый вечер.
Добрый день. Добрый вечер. Ну а теперь ваши визитки. Александр Романьков, врач-интерн, анестезиолог, реаниматолог Гомельской областной клинической больницы. Скромный молодой человек, который любит хорошую музыку, спорт, веселых, целеустремленных людей. Пробует себя и свои силы в новых увлечениях. В детстве мечтал стать телеведущим или ведущим на радио. Считает, что такая ответственная работа, как у него, не мешает новым открытиям и увлечениям. И Валерия Шеленкова, студентка 4-го курса Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухого, будущий горный инженер, корреспондент газеты «Советский район», городского журнала «Белка», активно участвует в жизни университета, участница и призер соревнований по модельному фитнесу, победитель конкурсов чтецов, трижды удостоена стипендии специального фонда президента Республики Беларусь «Модель», танцует по жизни и поет в душе, призер конкурса «Студент года 2017». Ребята, мне кажется, вот с вами можно бесконечно делать интервью, потому как столько увлечений, столько интереса. Вопрос только один, когда вы все это успеваете. Знаете, как говорится, человек, который успевает все, он успевает все. Тот, кто не успевает ничего, никогда не успеет. То есть он не будет стараться и развиваться ни в каком направлении. Он будет просто лежать на диване. А я воспитана другой. Мои родители хотели, чтобы я всегда развивалась и водили меня по всем кружкам, наверное, которым только возможно. Вас это не тяготило, правда? Абсолютно. Потому что так интересно быть занятой чем-то. А как Александр ответит на этот вопрос? Вам, кстати, удалось вот где-нибудь попробовать себя в роли ведущего теле или радио? Ну, в роли ведущего мне удалось попробовать себя на выпускном на своем. Вот. Я там был на ведущих, ну, как сказать, на ведущих рядах, позициях. Ну, мне доверили такое ответственное мероприятие вести, как выпускной. Вот. Ну, из увлечений, ну, вы сами видели на экране, что вот я занимаюсь баскетболом, мне много чего интересно, я пытаюсь где-то себя найти, попробовать. А вот барабанная установка до сих пор где-то на чердаке имеется? Да, имеется, да. И вот это периодически вот прекрасные... мешаю соседям спать. Ну, это увлечение осталось тоже. Ну, на первый план, конечно, на данном этапе моей жизни выходит эта работа. Вот, но периодически не забываю, так сказать, вот барабаны, оттачиваю какие-то навыки. Вот, как я сказал, хочу быть радиоведущим. Ну, иногда вот свою речь пытаюсь как-то... А как это будет вот соотноситься, да, работа? Анестезиолог, реаниматолог, святой человек, плюс радиоведущий. Это же, ну, голос такой, конечно, интересный. Мне кажется, когда он звучит в коридорах или в кабинетах и палатах больницы, ну, просто все... Выздоравливают. Выздоравливают, точно, Валерий? Лечебный голос, да. Ну, хотелось бы, конечно, попробовать, но, как показывает практика, не всегда это возможно. Тяжелая работа. Вот, приходится большую часть времени проводить с пациентами. Вот. Но все возможно. Все возможно. Спасибо. Мы сегодня говорим о малой родине. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о своей малой родине, но с такими некоторыми загадками. Скажем, не называли, что моя малая родина там такой-то, такой-то населенный пункт. Загадками, чтобы мы с Еленой попробовали, и телезрители попробовали догадаться. Пожалуйста. Я начну, Александр? Пожалуйста. Начнем с такого малоизвестного факта для молодежи. В парке на высоком берегу оврага до революции 1917 года находились три камня. На них были выбиты три клички. И это были любимые собаки князя, владевшего этой территорией. Сейчас их осталось только два. Следующий факт. Когда-то этот населенный пункт целых 7 месяцев был столицей БССР. Из интересного, до деноминации на 20-тысячной купюре было изображено главное здание, которое всегда водят туристов. И, кстати, самое старое здание... на территории Гомеля, вот именно центральная часть того самого объекта, о котором вы сейчас говорите. Ну, я думаю, что и телезрители догадались, что малая родина... Город,
Гомеля. Город Гомеля. Очень приятно. Скажите, а как давно вы интересовались историей? Вы так много знаете? Валерия. Я училась в Белорусско-славянской гимназии, и как-то нам это с детства прививали любовь к истории, к белорусскому языку, поэтому я почти свободно владею. Не могу сказать, что свободно, потому что все-таки я нахожусь в окружении, где все говорят по-русски. Это проблема нашего общества, когда стыдно разговаривать на белорусском, все это причисляют к каким-то сразу рабочим, да, специальностям. Но я считаю, что если я найду хотя бы одного единомышленника, я начну возрождать. Валерия, ну вот здесь в студии вы нашли единомышленников. Считайте, что вот все мы можем поговорить по-белорусски. Почнем разговаривать по-белорусски? Почнем говорить по-белорусски, можем просто зараз. Ну, потекаемся с початку у Александра. А где же его малая родима? И нам бы так само хотелось, чтобы он не говорил, что это таки населенный пункт, а некими загадками. Заинтригуйте нас, коли ласка. Ну, этот городок находится на Полесье. Вот. Виной возникновения этого городка Лена Чицкая. Вот. Этот район славится своими лесами. Вот. Ну, пока все. Пока так. Ну, я так думаю, коли б мы это пытание задали нашим глядачам, то яны б ужо отказали, як только почули имя и прозвище Лены Чицкой. Так, это Лельчицы. Саправды так? Да. Так, ну что ж, я ведаю, что вы рыхтовали, скажем так, хатнее задание и ваши ролики про малую родиму зараз до нашей уваги. Спочатку ролик Александра Романькова. Привет, друзья! Мы в центре города Лельчицы, это моя малая родина, и сейчас я вам попробую о ней все рассказать. Для меня Лельчицы – самое дорогое место. Меня заусёды тягнет домов, на батьковщину, тому, что нигде нас так не чекают, как дома. С каждым годом мои Лельчицы становятся все пригожей и пригожей. Вельми приятно ходить по чистых улицах, любоваться чудовным новокольем. А кольки пригожих новых будинков у поселку, а як робится радостно на сердце, коли сядишь с удой на раце выбрать. Мне сдается, что от такой пригожости нават люди становятся добрышими, больше радуются сонейку и блакитному небу. Я отчуваю гонор за свою маленькую родиму, Лельчицы, и хочу, каб с кожным годом яна еще больше квітнела. Я, представник молодого поколения, буду содействовать ее дальнейшему развитию. Уже вельми хутко буду допомагать хворым людям стать здоровыми у центральной районной больницы моего поселка. На мою думку, ценить свое будущее – это значит ворочаться туда, где ты вырос, до тех людей, яких помнишь у дитинстве, и приносить менавіта туды свои веды и подяку. Лельчицы лечать, Лельчицы гоять, нібы бальзам сапраўды. Довго без Лельчиц жить немагчыма. Зноўку приеду сюды. Одна хвилина, я шмат мы доведались про Александра. Мне цікавіць, скажите, Александр, а вот гэты верш «Лельчицы лечать, лельчицы гоять» – это ваши авторские радки? Нет, это мне помогла мой классный керовник Шурвер Станиславовна. Она вот, ну, она... Но она допомогла. Допомогла, это, да. Это, скажем так, суместная праца. Ну, так? суместная праца, работа. Да. Вот, она любит этим заниматься, она вот иногда, ну, пишет стихи, верши, вот, занимается прозой. Вы можете на... передать приветание. Вера Станиславовна, передаю вам привет. Вот, ну, огромное спасибо, на самом деле, она мне очень помогла с текстом. Вот, я обратился к ней по старой дружбе, вот, и она любезно согласилась
Ну, вельми приемно было шуть такие радки. А давайте испытаем, те бывали Алена и Валерия у лельчицах. Валерия? Я не бывала у лельчицах. Запрошайте, Александр. Приезжайте, мы рады вас видеть. Але моя любимая наставница английской мовы, и она живе у лельчицах. Тому это звязок таки помеж нами. Але... Но есть уже причина поехать, доведаться. Так. Як же там все уладковано? Я ведаю, что у лельчицах у лясах водится птушка. Так. Сиза воронка, коли я не помыляюсь. Есть, она и на Гомельщине сустракается. Есть, она, это, я бы сказала, птушка, якая сполучает такие колеры у своем опярении, просто неверогодные. Это птушка некая райская. Так вы так сама ведете. Вы бачили ее? Не, не бачила. А Лена? И, мабуть, коли поеду лечиться, тогда это просто цуд. Я ее называю якая синей птушка? Птушкой шастя. Да? Там она и желтая. Червоную книгу занесена. Там и желтое перье, там и некое, вот такого ж колеру, как моя спадница. Вельми прыгожа. Алена, вы у лельчицах бывали и птушку шастя бачили? Ну, на конт птушки шчастья треба подумать, а у лельчицах бывало, на самой справе мы там были у экспедиции, и я абсолютно с вами погоджусь, неверогодные прыгажости, край просто неверогодные прыгажости, и люди вельми теплые, вельми добрые, мне больше за все что уразило там, ну, разные рассказы, да, мы до этого привыкли, и нам одно еще говорить, а зараз мы вам покажем наших каменных девочек. Вот с такой любовью до этих каменёв, с такой теплынёй. Я хочу сказать, что вера – это святая справа. И, ну, напевно, вам пошастило народиться там, где на люди еще верят. Да, вот очень счастлив, что там родился. Саправды, и вот Валерию с ее цикавостью до неких подзей историчных, я наш корреспондент еще до того, и вогуле цикавится усім, что навокал я е, так? Вось обовязково туды треба, нехай она со своими родными съездить и поглядеть. Это сапраўды цікава. Ну что ж, Валерия, а что для вас было важно адлюстраваць у вашем ролику? Я лічу, что город – это люди. Галоўныя у городе. Не будинки, не улицы. А галоўныя у моим житті люди – это мои батьки, моя семья. И тому у основе моего видеоролика лежит история моей семьи. Однако она сделана в выгляде трейлера до фильма. Так. Потому что у про Гомель снята значная колькость фильмов, але яны документальные. А я бы хотела, как тут сняли... Это мастацкая стушка. Так, мастацкая стушка. Больше не рассказывайте, бо не цікаво будет глядеть. Увага на экраны. Я люблю свою малую родзиму, бо тут мои корани. Гомель – мой любый куток Беларуси. Моя малая родзима, сувязь поколением, таямница моей семьи. Мама поведала мне про нашу семейную легенду. Калісьці, на початку 20-го стагоддзя, моя пращурка Марыя працавала гувернанткай у шляхецкай сям'і. За добрасумленнасць гаспадыня падарыла ёй каштоўны пярсцёнак. Так пачалася гісторыя сямейнага талісмана. Ад галоднай смерці ў 43-м ён выратаваў маю бабулю. Прайшоў час, адрадзіўся з ваенных руін малады рухомы Гомель. Шматгадовыя бабуліны і матуліны пошукі пярсцёнка звязок-талісман яшчэ чакае сваю сапраўдную гаспадыню. Я не ведаю, дзе ён адгукнецца мне, таму шукаю паўсюль у маім родным Гомелі, на маёй малой радзіме. Кроны магутныя лісцем шапочуць, бачылі ж многа ўсяго за жыццё. Здаецца, паведаць штось тайнае хочуць, тайны, якія прыйшлі. Малая родима, глядите на Беларусь 4. Валерия, нам было цікаво.
Скажите, трилер, мне здаецца, атрымаўся, правда? Скажите, калі ласка, вось у аснове кожнага сюжэта ляжыць сапраўдная гісторыя плюс выдумка. Якія адсоткі выдумкі і якія адсоткі сапраўднай гісторыі? Сапраўды, у маёй сям'і ёсць легенда, як пращурка атрымала ў падарунак ад гаспадыні пярсцёнак. Аднак ж у 43-м годзе мая бабуля яго аддала. Усё. 100%, 100% праўды. Не, таму што мы не змаглі знайсці яго. І пярсцёнак, які быў у ленце, ён 80-х гадоў. І я спадзяюся, што нават мы не знайшлі той каштоўны пярсцёнак, але гэты пярсцёнак ўжо аброс новымі легендамі, і мы яго будзем перадаваць з пакалення ў пакаленне, і гэта наш новы талісман. І я вельмі ўдзячна за гэта гэтаму конкурсу «Беларусь-4», таму што гэта вельмі важна для мяне і маёй сям'і. І гэта вельмі важна пазнаёміцца з вамі, з Александрам, і даведацца, якая моладзь у нас, у нашай вобласці, проста ганарыцца гэтымі дзяўчатамі і хлопцамі. Можна. Без выпрабавання мы вас не можам пакінуць, таму для гледачоў ёсць выпрабаванні і для вас. Калі ласка, вам заданне, трэба працягнуць прыказку. Все просто. Спачатку подказка. Калі няма нічога лепшага, то прыходзіцца абмяжоўвацца і тым, што ёсць. А цяпер сама прыказка. На бязрыб'і і рак. Рыба. Малайцы, малайцы, цудоўна. Наступная. Зацікаўленаму ў чым-небудзь чалавеку сустрэўся якраз той, каго ён хацеў бачыць. На лаўца і звер бяжыць. Малайцы, амаль хорам. Просто разумнікі. Ну, а цяпер паглядзіце, калі ласка, на прадметы побыту нашых продкаў. І якія вашы меркаванні? Нам, калі ласка, першы слайд. Як жа гэтая штуковіна завецца і для чаго яна патрэбна была? Лерачка, давайце спадару доктару дадзім слова спачатку. Ці ведае ён жаночыя вось прыстасаванні? Гэта ж не просто так. Я не ведаю, як оно называецца, но я примерно представляю, для чего это. Ну, это вот приспособление, которым древние, ну, даже не древние. Гэта наши бабули, я ж пэўна, імі карысталіся. Калі, там, платье себе. Ниточку. 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 Так, рабілі. Лера ведае. Ну, бо гэта сапраўды справа дзяўчат. Правда? Вось таму, доктор, вы і не ведаеце. Ну, а цяпер такі варыянт, калі ласка. Вось той прадмет, якім карыстаецца таксама жанчына. Што ж гэта? Які з гэтых усіх? Ну, тут вось адно прыстасаванне, з якім яна зараз працуе. Штосьці для сцірки? Што гэта такое? Не-не-не, гэта не для мыцця бялізны, Александр. Давайте спрабуйце, Лера, падключайце. Свае здагадкі, Алена. Ну-ну-ну-ну. Ну, я скажу, што вось гэта побач ёмістасць стаіць для мукі. Мясіць цеста? Не. Печ? Не. Гэта жорны. Гэта жорны такія. Гэта такія жорны. Сапраўды. Я такіх не бачу. Млыны. Ну, гэта беларускія жорны. Можа, не з Гомельскай вобласці, але сапраўды так. Вось вы і дакрануліся да тых, ну, скажам так, у думках і па фотаздымках да тых прадметаў, якімі карысталіся нашы продкі. Мне застаецца вам пажадаць толькі поспехаў і, вядома, удачы. У вас усё будзе ладзіцца і усё будзе добра. Правда, Алена? Однозначна. Дзякую. Ну, мы перарываемся на рэкламу і будзем сустракаць яшчэ адну пару удзельнікаў конкурса прыгажосці, стылю і мужнасці.
Уважаемые телезрители, о малой родине говорим мы сегодня в программе «Добрый вечер, Гомель». И сейчас объявление для вас. Уже 6 апреля в 17 часов в Гомельском драматическом театре состоится финальное шоу первого областного конкурса красоты и грации «Мисс Гомельская область», а также конкурса стиля и мужества «Мистер Гомельская область 2019». Организует и проводит его государственное учреждение «Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа» при поддержке Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета. А генеральным информационным партнером является телерадиокомпания «Гомель». В программе «Добрый вечер, Гомель» мы приветствуем 4 финалистов конкурса сегодня и еще 27 марта. И таким образом до шоу познакомимся со всеми претендентами на титул «Мисс» и «Мистер Гомельская область». И прямо сейчас мы приветствуем в студии телерадиокомпании Диану Самедову и Антона Гнускова. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, Антон Гнусков, ваша визитка. Самодостаточный молодой человек. Работает электромонтером совместного предприятия открытого акционерного общества «Спартак». Позитивный, жизнерадостный, целеустремленный, увлекается зимней и летней рыбалкой. И Диана Самедова, студентка Мозырского государственного педагогического университета имени Шамякина. Не сидит на месте, всегда в поисках чего-то нового и интересного. Позитивная, в любой ситуации находит положительные стороны, максимально заполняет каждый день занятиями, которые приносят ей удовольствие, ведет мероприятия и активно участвует в жизни университета. Все правда, ребята? Все правда. Да? Скажите, пожалуйста, вот вы когда свои ролики творили, да, вот так даже скажу, создавали, вы о чем думали, какие люди вам помогали? И, может быть, какие главные мысли вы хотели передать в своих работах? Пожалуйста. Ну, я свой ролик как бы делал сам. Ну, а такого, что показать в основном красоту природы. Потому что город, в принципе, видит каждый, одни высотки стоят. Ну, а уже за городом мало кто выезжает и бывает вообще. Так, мы подозреваем, Антон, что вы живете в городе. Так, не открывайте сразу секрет, но несколько фактов, чтобы мы догадались. Городов же, райцентров много, и областной центр где именно? Так. Ну, скажем так, что, например, в этом городе вокзал железнодорожный был отделан камнем, который во времена Великой Отечественной войны, ну, мировой войны, был и снят этот гранит с Рейхстага. Но, правда, на данный момент он не сохранился. То есть этот камень, да? Ну, такой интереснейший факт. Я даже никогда об этом не слышала. Но, возможно, наши телезрители слышали. Так, здорово еще. Ну, догадываемся, раз железнодорожный вокзал, значит, достаточно крупный город. Возможно, это Гомель? Да, это Гомель. Спасибо большое. Диана, пожалуйста, о вашей малой родине. Ну, я бы хотела, чтобы каждый человек, выходец из, так сказать, села, уже немножко приоткрою занавес, не забывал о том, где он родился, потому что люди, которые родились на таком глубинке, они чаще всего уезжают учиться, работать и не имеют возможности часто туда приезжать. Мне бы хотелось все-таки, чтобы люди не забывали свои родные места, ведь все-таки родные стены, они всегда лечат, и зов сердца тоже не будем это забывать. Да, это всегда помогает, правда? Даже мысли вот о малой родине, это всегда помогает. Дианочка, ну понятно, что вряд ли мы можем угадать этот маленький населенный пункт, но хотя бы какой район намекните, вот тоже какой-нибудь факт дайте. Это Калинковичский район. Так, вы напрямую Калинковичский район. Да. Могу сказать, что на территории этого населенного пункта когда-то стоял льнозавод. Но во время перестройки он закрылся, и в 3 километрах от этого населенного пункта был военный городок, находился военный гарнизон. Но тоже его потом расформировали. Также там находятся 2 братские могилы. Так,
Ну, это агрогородок, деревенька? Агрогородок. Открывайте секрет. Агрогородок Горочичи. Приятное название, очень красивое, да. Очень здорово. Нам интересно было слушать вас. Вот эти маленькие факты, которые приоткрывают завесу тайны над какими-то историческими моментами, названиями. Всегда, вот, никогда не знаешь, о чем, что узнаешь в передаче. Я хочу сказать, что вот я зараз сижу, всех слушаю, и я не с такой любовью говорить про свою родину, что... Ну, напевно, після гэтага кожен захоче сказати, що Білорусь – це, напевно, самая цудовная країна на землі. Там, де є любов, там є веды. Гэта безпрэчна. І зараз на суд глядачоў ролик Антона Гнускова. Я люблю свою малую родину, потому что здесь чудесная природа, всевозможные постройки домов, родная улица, любимые соседи и друзья. Можно всю жизнь путешествовать по городам и поселкам, можно сутками рассказывать и описывать красоту, но у каждого свое понимание по этому поводу, и то, что родное и красивое для меня, может быть чужим и безразличным кому-то другому. Поэтому как ни кстати данный стих. «Беларусь моя, моя милая, моя нежная мать-земля, ты красивая, ты любимая, и луга твои, и поля, и дороги твои просторные, и озера твои в лесах, и орешники твои черные, и журавушки в небесах. Беларусь моя, моя нежная, моя снежная, мой приют, ты и песня моя безмятежная, ты и счастье, и уют». Очень приятно было наблюдать за видео. Антон, скажите, а ваши любимые места в городе Гомеле? Именно в самом городе? В самом городе. Ну, как бы это у меня таких мест в городе самом нету. Вы за городом любите да, бывать, да? Да, я больше люблю на природу куда-то отъехать и за город. Обязательно с удочкой? Обязательно. Это непременно атрибут, да, вашего путешествия? Ну, как бы у меня, например, в машине всегда лежат удочки. В зимний период это все зимнее. Сноровка, получается, лежит в летнее для лета. Ну вот у нас Дианочка из Калинковичского района. А в Калинковичском районе вы бывали? Нет, не бывал еще. Диана, что ж вы, приглашайте, конечно. Я думаю, что там рыбалка не хуже, чем в Гомельском районе. Очень приятно. Диан, я предлагаю телезрителям на просмотр ваш ролик. Мир такой большой. В нем есть столько разных стран и красивых уголков. Но самой родной для меня навсегда останется Беларусь и агрогородок Горочичи. Моя родина – это мой маленький мир, где мне уютно и тепло. Здесь я родилась, сделала свои первые шаги, узнала радости побед и горесть разочарований. Я люблю свою малую родину за ее красивую природу, за необыкновенные самобытные леса, родные улицы с красивыми домами. Вечером, сидя у теплой печи, поглядывая на огонек, любила слушать бабушкины истории. Я никогда не забуду подвиг воинов, сражавшихся за свободу и независимость моей страны, за мирное небо над головой. Мы все должны дорожить своей родиной. Находясь в родных местах, мы вспоминаем свое детство и то, что так дорого нашему сердцу. Именно с малой родины начинается наша история. Очень душевно, патриотично, и вот и задор там присутствовал в этом ролике. Ребят, вы молодцы. Скажите, пожалуйста, Диана, а вы путешествовали вот по Гомельской области? Какие места, кроме своих родных, кроме Горочич, кроме Калинковичского района, еще посещали? И что вас привлекает, что вам нравится? Ну, сложилось так, что я какое-то время жила в Брестской области, это город Пинск. Так. Но все-таки любовь к своей малой родине, она ощутима, и я часто посещала свою малую родину. Также я испытывала большой интерес к местам, которые находятся рядом с моим агрогородком. Я могу сказать, что я побывала практически во всех деревнях, которые находятся возле моего агрогородка.
Это необычайно красивые места, это очень захватывающая природа, леса, поля, реки. Это безумно красиво. Я могу сказать, что я уверена, что нигде, как ни в Беларуси, нет такой природы. Это невероятно. Но Антон была... с вами согласен. Конечно. Я была в Жлобине. Очень понравился город. Больше, наверное, нигде. Ну, Жлобин это немало. И знать о Калинковичском районе это тоже хорошо. И тем более вы же учитесь в Мозыре и можете каждый день ходить возле этих прекрасных зданий старинных, культовых сооружений, которые есть в Мозыре, рассказывать всем о них. Спасибо вам большое. Ребят, не оставим вас без испытания. Готовы? Готовы. По-белоруску говорим зараз и згадываем наши приказки и прималки. Каб познать человека, это вы протягните эту прималку, каб познать человека, треба з'їсти з ним пуд соли. Солі малайчын, Антон, хоць і працуе на кандытарскай фабрыцы «Спартак» і вельмі яму пэўна, ну, ведае ўсё пра цукар, але і пра соль шмат чаго. Так, Алена? І яшчэ адна прыказка, Діана, дапамагайце. Расіяне кажуць, утра вечара мудрінее, а беларусы па-беларуску гавораць. Пераначуем болей у рыфму. Калі пераначуем, то болей пачуем. Пачуем, вядома, смялей, малайчынка. Всё вельмі добра. Увага на экран, в першы фотаздымак. Як вы думаеце, што ж гэта за такі прадмет, які быў абавязковым у кожнай гаспадарцы? Вось бачыце, на такую літару Н падобны. Ну, это, возможно, плечики, как так. Вешалка будет. Ну, это мы зараз на подобные плечики вешаем свое одеяние. А тады все ж таки им корыстались, коли гадавали живелу. И обовязково заховывали у хляве, выводили пару валов. Шкуры, чтоб сушить. Что это? Ну, валы, быки, что это? Ярмо. Памятаеце такое слово? Ёсць ярмо. І яшчэ, вось паглядзіце, калі ласка, што гэта такое? Я думаю, што нам бы Александр Раманьков з лёгкасцю б адказаў, бо ў Лельчыцкім раёне яшчэ яны захаваліся. Як вы думаеце, што гэта? Это больше на скварічнік похоже. Падобна, так, толькі яна вельмі вялікая. Вельмі вялікі, вельмі вялікая шпакоўня гэтая. Не, нема ніякіх варыянтаў. Алена, а вашы студэнты, якія на практыку, экспедыцыі выязджаюць, бачылі такія? Ну, гэта, я так разумею, бортніцтва. Сапраўды, і... гэта борць, так, калода такая на дрэве, дзе жывуць пчолы. І гэтая традыцыя зараз яна ўнікальная, і яна таксама ўнесена ў пералік гісторыка-культурных каштоўнасцей. Адметная система бортніцтва, да. Аленочка, калі вы не супраць, то пытанне, якое вы задавалі ў сярэдзіне нашай праграмы, мы перанясём на наступную перадачу. І нашы тэлеглядачы, у іх будзе час згадаць усё, што вы гаварылі, і прапаноўваць свае варыянты. Ну што ж, шаноўныя Діана і Антон, жадаем вам таксама поспехаў, жадаем вам безумоўна лёгкасці, з якой вы пройдзеце ваш конкурс. Я толькі скажу, што шоу первого областного конкурса красоты и грации «Мисс Гомельская область», а также конкурса «Стиля и мужества» «Мистер Гомельская область» 2019 очень скоро, в начале апреля. Дорогие друзья, в будущую среду мы будем приветствовать еще 4 финалистов конкурса, так что обязательно будьте с нами. Ну, а сегодня я благодарю за участие в программе Алену Кострицу, благодарю Антона Гнускова, Диану Самедову. Ребята, вы прекрасны. Вы молодцы, спасибо. У вас все будет замечательно. Дорогие друзья, спасибо. Это была программа «Добрый вечер, Гомель». Мы с вами прощаемся. До следующей встречи. До свидания.